Всем добрый вечер. Сижу, вижу за Ленкиным столом. Сами понимаете, почему. Потому что здесь клубки. И вот все было хорошо. Алены нет, она в кафе. Видите, вот шишку такой тут. Бакс. Бакс. Ты что делаешь? Вот просто вот так прошелся, залез и под одеяло. Или под одеяло, или под покрывало. Где он там? Он под одеялом. Вот зверюга. Ну где ты там, скот? Вот он. Ну ты что творишь, а? Ты что творишь-то? Тебе скучно? Баксик. Он любит так дурачиться. О, кабан роет. Жопа сраная. Я получишь по пушистой жопке. Прекратишь ты или нет там копать? Сидит там. Сейчас вылезет и будет кусаться. Дурачок. Дурачок. Ну кто дурачок-то в берлоге здесь, а? Бась, что ты там лежишь? Лапку? Ой, чудик, ой, чудик. Завтра будем постель менять. Вылези оттуда. Вылези оттуда, дурачок. Басенька нахмурился. Брови-то какие нахмурил. Ты чё их так нахмурил, свои брови? Чудо. Нашел себе конуру. Вот Алена сейчас придет, скажет, ну кто это сделал? Скажет, догадайся. Как там передача есть? Я, говорит, отгадаю с трех нот, а я, говорит, с одной. Басик, тебе можно с одной ноты. С одной ноты гадать, кто это сделал. Он какой-то нахмуренный, господи, шарпей прям. Ну, кто такой у нас хулиган? А? Мы наелись креветок. Так думаем, что, наверное, где-то около года мы не ели креветки. И муж пошел за креветкой. Захотелось ему. Дали вот этой вот собачке. Он взял. Осторожненько так взял. Унес к себе на диванчик. Но есть не стал. Лаял, лаял, кидал. Даже чуть-чуть откусил. Креветку не стал есть. Креветки уже были вареные, замороженные. Так и написано, что сначала кипящая вода, запускаешь лимон. Немного лежат они там. И потом уже сливаешь воду. Креветки просто супер. Они 90 на 100, что ли, как-то они там. Размер, хороший размер у них. С икрой, вот с икрой. Но этот не стал. Кстати, он никогда их, по-моему, не ел, креветки. Вот так всеядный, а креветки не стал есть. Но у меня был читос, кетчуп, палочки читос. Кукурузные палочки читос. Ну, к пиву там, к чему. Муж брал пиво. И я читос взяла. Вкусненькие такие, иногда хочется какую-то вредность. Читос он просил, дала ему одну палочку. Думаю, ладно, одну дам. Ну вот, я на него смотрю. Басенька, а ты что делаешь? Что делаешь? С моей мокрой кровать, ты что делаешь-то? Ой, ну чудо. Это чудо в перьях. Басюнь, ну зачем ты это делаешь? Ну мокренько тут будет, все сыро. Значит, какой, не трогай меня. Бакс. Баксик. Настырный мальчишка у нас, настырный. Смотрите, у него здесь вот как, вот где холка. И здесь вот это, когда он злится, у него бывает вот это вот все дыбрем. Он как динозавр. Главное, вот тут самые длинные волосы. Вот, грива. Лошадиная грива, я говорю. Вот, грива
Раз треугольничком, все. Дальше уже другие волосы идут покороче. Такой странный. Собака? А, собака? Собака, у тебя грива? Грива, как у лошадки. Вот взял, наслюнявил Аленке постель. Вот ты зачем это сделал? Ну, как вот его назвать? Чтобы не обидеть. Еще нализывает. Ну, он лизал лапу, а потом перешел на простынь. Максимка. Максимка рот уже раскрыл. Ты что рот раскрыл? Хотел укусить меня? А? Баська. Он иногда такой у нас. А, смотрит, как сердито. Сердито. А я далеко. Ну? Что ты крысишься? Это что такое? Ты оглушишь всех моих подписчиков, друзей моих. Я тебе сейчас по шее дам за такие вещи. Разозлил я его. Все, хватит. Хватит. Успокойся. Все, мама вяжет. Все, я с тобой не связываюсь. Вот я с чем связываюсь. Мне рукав надо делать. Аленка еще в кафе. Надо, кстати, написать ей. Время уже 20:10. Я уже беспокоюсь. Басенька, ты уже добрый? Уже добрый, все. Он меня простил, и я его простила, все. Девочки, смотрю, девочки полетели в Турцию. Лена. Как удобно на ноутбуке. А то я тут на телефончике. Вот ноутбук. Как удобно. Лена и Оксана с мамой. И с Ваней. Здорово. Ну, короче, смотрю девчонок. Жду Аленку. Классно. В Турции, смотрите, как тепло. Они проезжают мимо парка Легендс. Мы были в этом парке с Аленкой в 2017 году. Так интересно. Я вся там. Смотрите, как тепло вообще. Здорово. И у нас, да, сегодняшняя метель. Так, мне приятного просмотра. Теперь у меня видео с другим любимым блогером. Так, сейчас убавлю. Сейчас он покажется. Вот он. Я все еще вижу. А Алена едет домой. Пишет, что едет домой. Сейчас рукав я закончу. Свитер мы померяем. И я буду вот довязывать резинку, потому что здесь маловато. Длины, я думаю, маловато. Посмотрим сейчас. Она приедет. И мы померяем. Уже с этим свитером надо все. Он уже заканчивается. Мне уже хочется вязать другой. Вот, друзья, Алена уже пришла с кафешки. Ее волосы в прекрасном состоянии. Говорю, Алена, ну надо частенько надо красить волосы. Ну, конечно, сейчас свет не такой. Так, что она принесла вот в этой коробке? Не разрешай ему клубок. Не разрешай клубок. Вот в этой коробке у Алены. Так, а здесь у меня Гая. Гаяна. Чего? Вонючий. Папа пил пиво с рыбой. Так смотрит. Ты злой. И он с ним играл. И руки-то все равно были. Аленка купила вот такой себе крем. Она была недавно у косметолога. И она ей посоветовала уход. Из вот пока три наименования. Это что у нас? Очищающий гель. Ой, такие маленькие. Это у нас крем-гель
постпроцедурный какой-то. Конечно, все профессионально, но это ж так дорого. Осветляющий тоник. А, ну то, что у нее пигментация от акне. Все было в такой коробочке. Я говорю: Алён, тебе коробка нужна? Он говорит: нет, мне не нужна, а я возьму. О, такая интересная коробка. Зачем ее выбрасывать? Чего вы там ищете? Ты что там ищешь? Что он там ищет? Алён, что он там ищет? М? Что он ищет там? А, шарик маленький. Он сейчас твой телефон уронит. Посмотри. Сейчас айфон упадет. Упадет. Телефон. Пойдем пить чай. Чай пойдешь пить? Мы сейчас пойдем пить чай. Пойдем. Пойдем. Пойдем, моя хорошая. Всем пока-пока. Приятного вечера. А мы пошли пить чай.